Все, А, наверное. похоже на то, да. Вау. Теперь давай, давай настроим вот так, Ну да, теперь ты уже чтобы мы слышишь, да? были. У них доска три висит, ну, вообще непонятно. Так, Все, теперь нормально давай. получается, Вроде хорошо. получается, ага. Так, теперь давай мы вот так вот сделаем. Мы сейчас сделаем не так. А, он не двигается. А, он двигается только вместе с конторкой, я понял. Я буду сидеть на другом газу, 15. Что ты говоришь? Да, у меня в моем периоде был письменный стол. Потому что взять Демидова, у меня заходы. Демидова. Хорошо. Или там место идет на кто у нас постоянно больше никто никого мы не будем. А, я так на нее еще не смотрел, да. Что будет? Да как это? Мы уже сделали там. Давай вот так вот. Так, меня вроде видно, рук не видно, плохо, но... Сейчас что-нибудь с этим сделаем. Ограничения сделаем. А? А, руку. А, я понял, все, мы закончили. Ладно. Да, тогда все, я поняла, все, тогда на следующий раз. Это простужно. Я не китайцы не водил, мне кажется. С этим корейцем там был вместе весь старый город, например. А я видел эту дискуссию смешную, да. И нас одно, да. А, еще, кстати, вы меня тоже очень порадовало идея о том, что тоже здание старое, у нас тоже смысл. Меня все было. Конечно, конечно. Я ему даже уже не пишу. Да. Ну, смысл, я не решил. Да я видел, что там Рина написала. Да он нас не первый раз наезжает. Ну, конечно. Вот я говорю, мы так пол Иерусалима сейчас тут сменим. Да, я за то. Да, сейчас застроим тут весь Иерусалим, не проскрёб. Может, хоть квартиры появятся. Недорогие. Может, Бедокиром переселимся? Там давно, давно пора немножко почистить все, что... Что нового построить. Тоже хорошо.
Где мы были? Мы завязли в какой-то длинной субъе, наверное. У нас сегодня сиюм вообще так намечается. Так и никого нет, как у нас будет скучно. Нет, сиюм мы долго закончим. Нет, все. Обрезали там и да. Турма кава, вот тут шакин шабак. Ні, ще кому. Урмінгу. А я у хельби ешколь, ніг нас ми гінали хацер. Абіреза умер ігмур. Абішу умер лойгмур. Ну, хорошо, давайте, хто буде починати от цього місця? Хто з прошлого читав? Анька читала? А ти, наверное, не читав. Ось читай. А тебе тебе не болит глаз? Вот с самого начала, нет, с самого начала этой брайты. Урмингу. Да. Урмингу, это значит, что мы сталкиваем это как бы с некоторым новым источником, другой брайтой. Вот, вот предыдущий вывод у нас был Хакамашмалан Тевер Мухангу это Шаббат, что им аварвы текном и тупханом. Да, вот все предыдущее рассуждение, я уж не помню, честно говоря, какое оно было, там много было. Говорит о том, что, что и нам вроде как сообщается, что... вот, секундочку. Давайте быстренько прочтем предыдущее рассуждение, чтобы нам было понятно, на что они отвечают. Там это же Бабишви, Лава, Асуры. А Бешаршни, Шагуа, Дни Асуры, Нингу Асуры. Майта, Лав, Мишум, Дешабад, Кава. Да, почему в нашей Мишне сказано именно седьмой год? Не потому ли, что в другие года суббота устанавливает необходимость отведения для сети? И, соответственно, там рассуждение в любом случае работать не будет. Он говорит, что шаме атамки, ван да амар, микан ва аткана не ухэли матар, кавали. Нет, он говорит, там это про другое, потому что он там сказал, отсюда до сюда я ем, да, и это само по себе, это высказывание, устанавливает, как бы, делает это его, в некотором смысле, продуктом, да, продуктом, который он виртуально как бы уже принес себе в дом и закончил его изготовку, да, мы говорили там про недосушное, вот это. Не было, так не поставило мир недосушное. Вот, значит, недосушные финики. Значит, я их сказал, что если я их буду есть, значит, они считай готовы. И это, собственно, устанавливает для них обязанность отделения. Это мое сообщение. Да? Нет, он говорит, что Шаббат тут не пляшет, как бы, потому что я уже сказал, понятно, что если я считаю готов, значит, не готовый, да, а кто у меня? Кто у меня доктор? Он говорит, Ирахи, мои Ирия Шаббат, а ты был бы холь на они? Он говорит, если так, то почему тогда в Мишне сказано про субботу, то то же самое должно работать и в холе. Ну, почему не соображается? Он говорит, а камашма, он говорит, там сообщается некая дополнительная вещь. Да ты вин, мухан у этот шаббат шим, а воротик новый тукан. Там сообщается заодно тем, что упоминанием субботы, там сообщается еще и то, что, что ты вин, да, то, что чего не инвестируем, не отделены, может оказаться готовым к субботе. Потому что он не мучит. Потому что если ты по ошибке или по намеренно отделил такие от него, ничего нельзя делать,
Но если бы все-таки отделил, то он считается отделенным, и его могли. Так? Вот на это, собственно, вот на это соображение сейчас у нас идет возражение. Да, возражение с помощью приведения байта. Это делает оператор Армин. Армин. Почти, да. Армин, мне кажется, это чуть более жестко. Да? Рамы это как бы когда вот реально да как вы поняли, да, подняли, бросили, как бы вот что такое. Да, странная картинка, потому что я очень близко к экрану, сейчас немножко фильм ужаса такой. Раньше был талмудический, сказать, прямой талмудический ужас. Мне кажется, что, во-первых, мейтивы это всегда один человек делает другому. Рамы это может быть один человек между собой. Да, когда он сам видит как бы некоторые несоответствия в разных образах. С другой стороны, мне кажется, что мейтивы. Ну, я не знаю, ожидаю продолжения дискуссии. Армину тоже ожидает в некотором смысле продолжения дискуссии, но это чуть более жесткое. Это как бы вот. Еще более жесткое это матки. Да. Матки это совсем жесткое. Значит, что я не принимаю твою точку зрения, не хочу ее. Да, вот у меня есть свои. Как бы. Значит, ты можешь, конечно, отмазываться, но как бы. Так мне кажется, так не так. Или наоборот, может быть, Армин, наоборот, самое легкое, мотивы – это серьезное возражение, Матьев – это возражение. Да, думаю, что даже так скорее. Рама – это, может быть, человек действительно сам собой сидит и говорит, ну как же, в этом стихе написано так, другого, в этой брать сказано одно, что-то другое. Да? И дальше он сам находит как разрешение этого противоречия. Да. Ну. Ну. Ну, попробуй сейчас сама назначить для меня. Я понял, что с урока я не выучу. Да, после урока я уже лучше позвони сейчас. Попробуй найти сейчас, в очередь, на то время, когда потом я предлагаю будет работать. Ладно, давай. Да, извините. У нас тоже сплошный коронавирус. Нет, там нет никакого. Нет, у нас нет никакого коронавируса. Так, хорошо. Вот. И теперь давай содержание, значит, давай излагать содержание этого, значит, этой брайки, которую они вбрасывают. Значит, когда без отделения не 10. Имеется в виду. Без отделения 10. А разве что говорит, что нет. Да что он имеет в виду? Надо дать 7-10. Ну, пока ты не отделил, ты не можешь отделить. Как бы. Они в тот момент, когда пересек как бы, порог дома, то они стали обязанными отделение 10. Сейчас, давайте посмотрим Раши. То есть, как бы, у нас не единственный источник информации, наша голова. Смотрите. Что там Эшкуль, Лав Гвануахаи, Дестам Анавим Леди Хакаи. Значит, вот важная вещь сообщает нам Раши. Напоминать, что виноград вообще-то не является законченным продуктом. Потому что Стам Анавим Леди Хакаи. Да, обычный виноград идет сразу в газ.
Да, блин. Да. И вино считается законченным продуктом. Да. Десятину, и даже Тора повелевает именно от вина, а не от какого-то там винограда. Да? Тирош там, тирошхар, царэха, хамха, тирошхаву и царэха. Тирош это вино. Нигнас у Медина, Демилакет Мишам, у Балалы Хаце. Теперь он, значит, из Сарика, значит, из полисадника, или там откуда, где у него там этот виноград растет, значит, он заходит во двор дома. Двор уже как бы обязывает десятина. Раби Элиэзер умер и гмор. Им рацали гмор бы хацер, в игмор хилато, да эйн хацер, пува, дава, шало не гмора малахто. Так он говорит, Раби Элиэзер говорит, так, что у вас выключился, чуть я не вижу, меня остальные значит, Раби Элиэзер говорит, что он может закончить, потому что двор не устанавливает это обязанность для вещей, у которых работа не завершена. Да, пока это не бутылка вина, если ты идешь с бутылкой вина, как бы из газа, да, и допиваешь это. Ну, конечно, тут, возможно, даже Раби Элиэзер бы сказал, что зашел бы во двор, отставь бутылку и отделись. Да? Но тут у нас не бутылка, тут у нас виноград. Виноград – полуфабрикат. Потому что он считает, что церковь Дваршева Нигмана Млапа – это ровно то, что пишет Раши. Он считает, что не да, пока не на основании ничего. Пока мы пытаемся разобраться, кто держит какое мнение. Раби Ашуа сейчас воплощает собой тех мудрецов, которые спорят про Белезом у нас в Мишне. Да? Ну и по всему роялю тоже. Мишне было немножко про другое. Мишне было про то, что Раби Элиэзер там Мекель. А он и здесь Мекель, собственно. А дверь в любом случае, я думаю, это. А нас никто искать не будет, кроме нас, например. Ну, да, это все знают. Я бы сказала второй класс. А он и есть второй класс. А какой там есть еще один класс? А, как бы увидим. Вот. Да, что я хотел сказать. Почему они так думают? Хрен его знает почему. Да, нет, в Мишне там бы про другое. В Мишне говорит, Раби Элиэзер говорит словами. Я, говорит, буду есть вот отсюда, он может есть отсюда. А мудрецы говорят, на черном земных круг, и то, что внутри, то я и буду есть. Но не суть. Они говорят, вопрос поддерживают, они выводят это на совершенно другую плоскость. Да? Они выводят это с помощью вот этого длинного суждения почти на лист текста, выводят это плоскость того, что Раби Элиэзер вообще разрешает как бы есть то, что не отделять десятину от того, что Лоди Гмирам Раптов, а другие мудрецы и Раби Яшуа, как их персонификация, запрещают. Что нам это дает? Значит, посмотрим, пока я не вижу, что это дает. Дальше наступает суббота, да? Ну, почти. Теперь давай посмотрим, почему. Подожди, давай разберемся, что тут было-то. Что в чем состоит возражение? Где как бы, что вам это дает? Это что ваше? И на царе гмор, кирехи да амар ба хацер, амар ба шаббат, и гмор ахерато. Да эйн шаббат пува, давар шаббон и мам лахто. А вот. Потому что предыдущее рассуждение, там, еще предпредыдущее, было про то, что Раби Элиэзер в некоторых ситуациях идет, наоборот, на устражение, на трума. Помните, что если он отделил уже труму,
предыдущее, вот. Один из румов должен играть уже и 10 сил. Это уже само по себе, как бы это. И дальше говорят, это рума вот больше кеншапа. А тут и не получается больше кеншапа. Да, шапат он говорит совершенно ту же линию, как бы, да? Если речь идет про полуфабрику, а виноград у нас является полуфабрикатом. Да, это было, мы предполагали, что такое мнение Раби Элиэзера. Что Рума шахошет кен шаббат. А тут выясняется, что у нас есть брат, который прямо говорит, шаббат лукува. Это собственно, там ничего слышал. Посмотрим, что ничего скажет. Сейчас, подождите, дайте дочитаю Раши. Им нацарь гмур, кихихи дамар бахацер, амар ба шаббат и гмур на хилавто. Эйн шаббат кува, давар шулу нигмера млахто. Уматнительно ким на там дробешат шней шавуа. Ломишум де шаббат кува, де мишум дибур. Ломацину венену, де гале раби мотару хозе. А, да, значит, теперь нашу Мишну мы как бы поставили нам, ну, она, собственно, нет, мы не нашу Мишну, а мы что-то еще поставили, потому что наша Мишна не так все понятно. Нет, нашу Мишну, мнение Рави Лезера в нашей Мишне, мы пытаемся рекомендовать, чтобы он сказал, что если бы это был Мишви, Бешавина еще была, да? Это был Мишви. И мы там поставили не Ромишум Шишабатков, а Демишум Дебуры, а Мишум Шишабатков, а Давка. Да, в смысле, что там мы его обязаны были поставить на то мнение, что шаббат хува. Почему? Потому что почему? Потому что его слова здесь не очень важны. Потому что по Раби Элиэзеру то, что ты можешь вернуть обратно, да? А того не надо отделять 10 сил. Помните это все? Да. Значит, единственная возможность у нас поставить этого Раби Элиэзера, это на вот эту шаббат кува. Но тут нам прямо говорят, что шаббат ло кува. А я? Давай посмотрим, что они отвечают. Опа! Какие они? Там это в этой брайте, которую мы сейчас привели. Там прямо внутри брайты разъясняется смысл. Потому что мы прочитали пол брайта. Вторая половина брайта принадлежит более позднему мудрецу. Натан это поколение прямо перед Мишной. Ну, примерно так. Они современники сразу примерно. Там дальше разъяснение, почему Раби Элиэзер, что именно думает Раби Элиэзер. Ага. Да. 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 То есть в квартире он не имеет права доедать этот брось. Это мы сейчас поймем, в чем тут дело, но во дворе, нет, не во дворе. Двор это как раз то место, где у тебя наступает обязанность отделения. Да, роя не обратно. Ты обратно в садик выходишь, там и дальше. Случайно зашел в этой школе. Во двор, ты эту школу аккуратно заворачиваешь в пакетик. Пойдешь, делаешь все твои дела, которые во дворе, потом выходишь обратно, ну и дальше без отделения.
То есть как вот вход не делает это школа, не важно. Как бы не делает, а вода бешет делает. Сейчас посмотрим, как это работает. Получается, да, что даже вход под корни. Да, что даже если он вышел поток, все равно уже обязан. Нет, ничего странного это нет, так странно здесь позиция билета. Подожди, но он уже увидел преобразие, да, оно уже там появилось. Значит, оно в этом, мало ли что ты как бы, что же ты скажешь, что если ты все свои там, я не знаю, весь свой урожай апельсин, и будешь есть там не дома, а прямо на билет, что-то взять, не будет, не прокатит. И про шаббат то же самое. Да. Вот, секундочку. Давайте посмотрим, как объяснить это Раша, потому что тут действительно надо разобраться. Я пока не очень понимаю, как работает. Раби Натан Умер, там длинный цитат, а потом он говорит так. Утарвальгум, а дарабелезр гай, и дарабелезр шаббат кава. Да? Тут есть рабелезр, есть то, что шаббат устанавливает это вязание. Умию, эмоции шаббат, и гмол. Дарудам, лейтенокот, что там нуты и ним, которые мы приводили в самом начале гима. Которые спрятали и не могут доесть после шаббата без детей. Да, помните? Вот да, почему? Детнам бхули эль. Эмоцей шаббат ловиху. Иха там, ляхилат шаббат ихду. Илка кава лайху. А вазо лових дали шаббат. Вот так он говорит. Что там они были предназначены для съедания шаббат. Там, когда дети, которые там, какие-то там что-нибудь, да, он забыл. Они откапывают его в эмоцей шаббат. И что теперь делать? Для десятин, говорят. А они говорят, как же так, шахилата рай, никакой субботы нет. А он говорит, ну вы же когда закапывали, вы думали, что откопаете субботу, и тогда был бы шаббат кава. А здесь он с самого начала не предлагал ее доедать. Да? Он кушает и кушает. Тут, значит, у него сирена. Он быстро ее, значит, в пакетик заворачивает. И я даю массаж. И все. Теперь у него шаббат на этот гроздь ничего не кава. Она с самого начала, до субботы не была предназначена. Так Раби Натан видит происходящее. Тут дальше в Раши развивается еще интереснее драма. Да? Он говорит, вы ешь сфарим, шихихту ваба эмба шибуш. Это самое интересное, по-моему, во всех Рашевых ответных комментариях, когда он делает некоторый текстовый анализ. Ваеш сваримший и тува баем башибуш. Вакем барсинала бамишна да масехет масаот. Раби Натан да тусефта да масаот. Ну там он не падал на меня. Он говорит просто, что есть неправильные копии, где написаны неправильные слова. А это вот слова правильные. Сначала мы думали, что он скажет, что когда на утро шаббат ты можешь это делать, то шаббат Бог сказал. Да. Третье. А Раби Натан объясняет, что нет, ты в шаббат ты в боксе не видишь. Еще это то и после. Сейчас, есть вот первая часть, когда мы еще не видим этого. Да. Как мы считали, что он говорит, начнет шаббат, ты можешь дать. Лукова, Лукова, да. А мы перед этим мы говорим, что для Раби Элиэзера шаббат кава. А теперь? Раби Натан объясняет, дело не в субботе вообще. Да, субботу мы пропустим. Да? Мы выключим, брат. Да, и тогда у нас остается возможность, что для Раби Элиэзера шаббат кава. И это согласуется с тем, что мы учили раньше. Это маска от того, что мы армии, да, уже мы бросили некоторую брайту. Это казалось бы не очень понятно с точки зрения того, что мы учили раньше. Но вот брать это дочитай до конца, там же все рассказывается. И тогда все складывается, говорит, там шаббат кава, здесь шаббат кава. Мы шаббат выключили из рассмотрения, вырезали ее.
так, вот. Субботу мы пропустили, у нас она как бы не утопила. До этого, для этой конкретной виноградной грозди, игры субботы не было. После пятницы сразу начал самоцар. Окей. Это уже идет совсем более, ну как, амрайские сообщения, как бы. Что такое атар? Пришел. А что значит он пришел? Всегда значит определенная вещь. Он пришел из отсюда в Вавилон. Раввин это то, что называется нахты. Это ребята, которые по торговым или по каким-то тусовались между здесь и там. Рав Дими, один из самых известных, Рав Вин, кто-то еще. Вот. Они тусовались туда-сюда и приносили сообщения одних мудрецов другим. Обычно отсюда туда. Ну, по крайней мере, в Вавилонском Талмуде у нас обычно. Ата, это значит, он пришел из отсюда туда, в Вавилон, и принес сообщение наших мудрецов. Рав Йохан, да. Равин, это тоже кличка. Ну, они же их всех звали либо Аба, либо Аби, как там было. Он пришел в этот праздник, когда он был отдан. Скорее всего, Раби Авини. Авини. Это довольно странно. Еще говорю, еще раз, я, по-моему, я был в этой компании, как другой, объяснял, что у них у половины людей в Вавилоне, половина мудрецов, было имя Аба. Ну, так, исторически складывалось, не знаю, почему. Вот, нет, у них даже Аба-Бара-Аба. Вот. Вот. И чтобы как-то их Аба различать, они, значит, имели и кликнули. Значит, Рав, у Рава было имя Аба, это точно. У Равы, скорее всего, у Ровы точно. В общем, короче, вот так они обходились. Дальше потом эти клички тоже путались между собой. Оригинально, да. Ну, как-то вот так вот, так вот оно не заведено было. Нет, Рабу с Ровой уже дальше путают уже сами комментаторы. И во многих книгах они, ну, во многих проповедях, их отличить между собой очень трудно. Вот. А у некоторых еще было имя Авин, поскольку Раби Авин, Раб Авин, нет, Раби Авин у нас уже есть. Этот раввин, видимо, был упал там в Бог. Вот. Это так. Да, что говорилось, да. Со слов Раби Йохана, да. Понятно, не Раби Йохану нужен, он говорит, кто такой раввин, чтобы говорить, что это Раби Йохан. Он говорит, что Раби Йохан в земле Израиля, а как случай, да. Ишава, правильно, и трума, правильно? Да. И что-то еще. Мек. Что такое мек? Знаешь? Ну, когда ты продаешь и покупаешь. Вот я купил у тебя недосушенные финики. Вопрос, что с ними сделать? Потому что переход из рук в руки, это тоже как бы некоторый симан, некоторое свидетельство того, что мы считаем это продуктом. Да? Ну что, мы считаем это продуктом, как бы. Да? Мы считаем это, ну, товаром. То есть, если ты вошел в подбор, ты уже как бы хочешь, если ты в подбор, да, или суббота, или трума, да? И во всех этих случаях, как бы, это вообще все не важно. А что важно, сколько? Нет, в смысле, что? Во всех этих случаях устанавливается обязанность десятины только... Очень работает. Если я продаю, как бы, да, ну, публичный, да, сегодня, да, не очень работает. Это в публичное время. Продаю там кому-нибудь 2 килограмма винограда. Да? Никто из нас, если виноград нигде не купил, он
полна, а это и даже если светится. Никто из нас не должен терять от него десятины, пока не произошло что-нибудь еще. Однозначно. Смотря про что речь. Потому что, еще раз, виноград виноградинок не считался за человеком в личности. Если обратите три бутылки вина, то да. То есть ты можешь взять, занести в отбор? Да. Да, это субботу я могу есть этот виноград, ну, лучше бы все-таки на ходу, но даже, я думаю, даже и затратно. Да, виноград, вот этот самый виноград, и будешь есть, да. И что с виноградом, что с недосушенными финиками, что еще с чем-нибудь. С виноградным соком даже возможно изобразить, что тогда остаток перенесли. Короче, с оливками, скорее всего, даже возможно. Да, с оливками. Опять же, оливки — это масло, это полуфабрикат. То же самое. И целый класс вещей, которые употребляются не сырьем, а как-то так. Я про морковку не буду говорить. Ну, морковка там вообще дорогая, но как. А виноград с оливками — это дорогая. Потому что дорогая — это только 7 литров. Или даже 3 литра. Ну, 3 вида точно добирает, а по 7 видов не помню. Вино, масло и хлеб. Вот. Про них это прямо сказано. Про 7 видов не помню, про все остальные это точно доработано. Герок точно доработан. Дальше какой-нибудь там яблоко еще могу как-то натянуть, но все охоты доработаны. Да, наверное, те, кто по самому делали, это по ну, грубо говоря, харизму заряли, но не знаю. А кипос работает, это зависит. Как бы хардами, я думаю, переделяли, а так, ну, как получится. В общем, короче, мы как бы просто прямо здесь у нас есть свидетельство, а оливки не знаю, оливки все-таки более распространенная пища, как правило. Вот. Но они тоже изготавливаются солью, как-то. Нет, про оливки у нас есть другое свидетельство. Если создатель предыдущий вспомнит, когда он блюдо теряет оливки похоже, что теряет. Оливки — это обычный сравнительно блюдо. А виноград нет. Весь собранный виноград просто в тот же день обычно. Или там достаточно быстро идет уже в гад. И то, что ты там у тебя сорвал, там это бросит. Явно какое-то исключительное обстоятельство. Да. Обычно не происходит. Да. То же самое с этими фигами, никто их не ел сырыми. Да, все нормальные люди делают из них, ну, вот это сухое варенье. Ну, это тушение. Вот. Поэтому сами они как таковые могут рассматривать как полуфабрикат. Ну, вещи с яйцами, ну, не будет там проблем. О! Шаббат. Он говорит про шаббат для того, чтобы исключить мнение Елеля, да, чтобы показать, что мнение Елеля неправильное. Подъехал. Он сейчас назвал шаббат? Да, вот во всем этом списке он перечислил список из 4 пунктов.
Каждый из них, он зачем-то, да? Сейчас про каждый. Да? А каждый про каждый, конечно. А, конечно. Это, видимо, часть сообщения от имени Раби Йоханана или разъяснение его, как бы, уже в Иванянам или где-то так. Вот. Почему он сказал шаббат? Ляпук и Дмитрий Елель. Да, значит, исключить мнение Елеля, чтобы сказать, что показать, что мнение Елеля, не знаю, что это мужик сильный, как бы, и сказал, что его не надо учитывать. Что он неправильно. Про текст не будет. А, который про который есть Брайта такая. Да, да, снова умер, я выгодно. Ну, связывает снопы, я не знаю, собирает скирды или я не знаю, что-то. Да, ну как бы во время, я так понимаю, что речь идет во время, да, урожая или даже просто жатвы, да, пришло жатвы. Вот зерно должно называться перо, как он как конкретно жнет человек там, собирает их снопы. Пока не сейчас давайте рассматривать, что это пшеница. Да? Будет проще всего. Значит, пшеница. Какой момент пшеницы подлежит десятине в нормальной ситуации? Когда она уже собрана в городе. Да. Когда она собрана на гумну, если я не ошибаюсь, обмолочена и собрана в такой керри. Керри, да. Крит. Такая большая хрень. Да. Вот. Здесь явно речь говорится до этого, да, вот ты на поле как-то жнешь и скирдуешь, это как бы прям на поле. Да? Теперь, дальше что? Ну, нет, наступила суббота, короче. Осветился день на небе, это значит наступила суббота. Да. И тогда сказал один удар, что день сам запрещает наоборот, отделять десятину не может запретить. Наоборот, запрещает использовать эти разделения десятины. Да? Суббота настала, все, привет, давайте как отделять десятину. Значит, он ляпнулся, он дал кихит. Да? И Раби Йохан, он подчеркивает, что это. Все, запретите его к использованию перед отделением десятины. А как можно зерно шаббат использовать? Шаббат, это и потом нельзя. Все, суббота, вот он вступил, закрыли. Во-первых, субботу ее можно использовать, если ты обарвая... Я не понял, что значит. Нет, конечно, ее можно использовать, суббота, а почему я не знаю? Грызть, например. Или да, вот. Окей. А что значит, а потом шаббат? Про потом не знаю, потом вопрос тонкий, но... А в чем проблема отделения десятины? Нет проблемы отделения десятины, вопрос, можно ли ее использовать до отделения десятины или нет. Проблем-то нет, и сейчас нет проблемы, и до субботы не было проблемы отделить эти проблемы. Если отделил, никаких проблем нет. Он запрещает использовать без отделения, это понятно. И он хочет сказать, что... Шабат Кувла, он говорит, что Шабат Кувла. Да, что Шабат Кувла. Да. Нет, в чем две цели? Он просто говорит, что я, Раби Йоханан, восстанавливал Аллаху вот таким вот способом. Елель, я считаю, несмотря на все самое уважение, я считаю его давним. Безопасно. Да. И постараюсь, что Шабат Кувла. Сейчас у нас будет с этим проблема, потому что он говорит ляпуками Гилели, да? А не ляпуками Раби Йоханана. В этом сейчас будет у нас наша проблема, если они сейчас вообще дойдут и даже это спросить. Ну, нет, только для законченных продуктов. Только для законченных продуктов. Да.
Если у тебя есть сноб, нет, это не считается. Конечно, нет. Да он закончен, он будет после обмолота на гумне. А он говорит, теперь шаббат наступил, все в порядке. Закрыли, как бы закрыли. А это нет. Я не знаю, что такая фантастика задала голову. У нас есть некая линия того, что есть люди, которые считают, ну или, по крайней мере, могли бы считать. Мы на самом деле сейчас нашли первого человека, который реально так считает. Даже шаббат Туба. Потому что больше, потому что про Раби Элиэзера мы только догадываемся. Нам кажется, что должен считать шаббат Туба. Да? Но, в принципе, они, у нас есть некий пул людей, которые как бы хотя бы гипотетически могли бы считать, что шаббат Туба. А силу ли говорит Шелонник Мирамла? Да, ну да, идеология за этим примерно это, да. Ну, да, но распространяется это в любом случае такая идеология. Распространяется это на вещи, которые не закончены, на полуприкат. Вот если ты будешь шават, есть кошачий пансир. То как бы... Вот так это вот. Это нам нравится. Что? Мне не надо терять стену, но в принципе, я как бы, как концерт. Это Мишна, да, в Махарот. Это то, что у нас было уже, да, один раз. Виталия, да? Ага. Значит, сейчас я попробую. Хотя было также включить мнение Якова. Раби Якова, да. Раби Якова, который, значит, есть такая мишна, что настоящие физики подход, чтобы их выслушать. Физики, да. Его сыновья и все домочадцы едят, могут есть. Есть одни Несмотря на то, что они уже занесены во двор. Да, да, он говорит, мы занесли это во двор, но не для того, чтобы использовать к моче, а для того, чтобы расцелить для просушки. Да, лицо. Да? Это та же самая ситуация, мы ее обсуждали в прошлом, на прошлом занятии. Когда мимо пробегают какие-то дети и женщины, и хватают их фиги и жрут. Ну да, да. Значит, вот. И они не должны делать десятину. Но у нас оказывается, что не все так считают. Там мы вроде бы нам казалось, что Мишна такова, а Мишна действительно такова. Но есть еще Брайтер, который немножко объясняет, кто что думает. А потом сами она, что кто-то сказал другую Брайтер. И об этом Алла, это в смысле, об этой Мишне, есть еще и Брайтер. Ну, вроде того, да. Да. Не со слов, сыном его. Освобождает, да. Как бы Аллаха по Раби Йосефу, Раби Иуда, не по Раби Яку. Вот и все. Это то, что хочет сказать Раби Йохан, когда упоминает про Хаце. Обычно двор действительно является фактором выступления обязанных. Для вещей, но только для вещей, у которых закончен процесс производства. Да полуфабрикат не является. Да? Хотя некоторые мальцы думают, ну, так, это пошел. Что даже там сейчас, что отцы, он определяет, потому что он, да. Если
Да, мы просто подчеркиваем, что есть физически действительно реальные мудрецы, которые считают иначе, да? Ага. Это? Да, Бара это когда превратилось уже. Okay. Значит, вот это вот Трумакла, он упомянут, чтобы исключить мнение Рабби Лезера, который говорит, что... Который мы уже учили один раз. Что то, что что на плоды, которые еще это они с собой не готовы, Нет, карман. Что значит карман? Вы же отделили не труму. Да? Даже время, даже на ходу. Окей, давай сперва поймем, что здесь написано, потом, там еще вывод будет. Почему, значит, упомянут пункт продажи, ставки на то, что которые, видимо, покупают этот... Если некто покупает, нет, имеется в виду хорошая, соблюдающая кредит. Где-то вместе, где куча на Амарец. Значит, это Амарец. Он просто покупает у человека с рынка, да, как бы, он не знает у него вообще ничего. Да, он нет у него, туда кашут не висит. Явный Амарец, да? Да? Типан Баку, или вообще там карту. Непонятно кто, или какой-то непонятный человек. Что он там делал со своим оружием до того, да хрен. Наверное, знать не может. Да. Значит, он что делает тогда? Нет. Что Дорсим это процесс обработки этих фигур. Что Дорсим это не хэнгциот. В Дорсиму там байгли. Да? А вот там ты ним даваршил них брамалахто. Да, он покупает свежие фиги. Те места для обычных сушек. Дорсим это значит, что после высушки их прессуют. Не-не-не. Имеется в виду, что с чем мы будем считать? Вот я прихожу на рынок, покупаю этот инжир. Чем я буду его считать? Продуктом любого фабриката. Если большинство людей едят фиги свежие, значит, продукт. Если большинство людей делают из них консервы, значит, полуфабрикат. Это отдельная история. Это мы можем попробовать на основании того, что мы учили, конструировать, да, что. Если ты прямо сказал, то это, возможно, твои слова будут вот этим вот триггером. Да, тогда, пожалуйста, бритву. Обычно ты просто покупаешь, дай мне 2 килограмма этого самого сына. Или мешок, например. Да? И может ты действительно половину не хочешь съесть так. Половина хочет засушить и этот самый, спрессовать. Хрен тебя знает. Вот. Но ответ такой. И что, и тогда можно есть от этого непосуха? Не отделяется тема. А отделяется? Дмай, это значит, это есть специальная процедура. Отделение. Ты же не знаешь, может быть, он уже отделил. Да. Есть. Даже... Самый распоследний тихо, иногда делают что-то кошерное. Да. Да. Может быть, я не учил специально закон, но есть специальная процедура отделения, как бы мисофек.
Ма, это как-то отдельное слово, я не знаю, да, я не знаю такого слова. Это просто процедура отделения вот этого мутумасарут писапэ. Мне кажется, что ты отделяешь там, мне кажется, что идея такая, что ты отделяешь там трума дюла и трума масэр, а масарут можешь оставить, например, на конец. Я не знаю, может, нет, это сначала. В общем, да, короче, не знаю, это, не знаю, это надо разбираться, есть специальный трактат по этому поводу взаим, но я его не очень. Дмай – это термин, который говорит, что вот эти масса. Имеется в виду, дмай – это продукция, которая неизвестна. Это когда дело немножко отличается от обычного. В сторону пулы, естественно, да, потому что я как бы делил. Почти же. По субботам. Тоже хорошо. Пусть они отдельно. А, у нас баг так быстро, нету часов. А мы были уже удобные часы. А, у нас тут есть часы на компьютере. Да, то есть. Да. А то же можно, да? Есть. То есть, да, сейчас еще раз. Ну, это ровно вот один на один, правда, буквально. Почему? Потому что я просто не смогу. А, проходит. Потому что я села на этот шапалат. Ну да, да. А, ну да, я же без знаю, да. Значит, сейчас исключили, значит, даже для того, что исключили все мнения тех, которые считают, что все эти четыре В последнем случае мы ничего не исключали, мы просто, он был просто самый необсужденный, все остальные случаи мы более-менее как-то обсуждали, а случай с Мэком, мы у нас он первый раз случился на предыдущей странице, да, вот, и мы не понимаем, откуда он вообще взялся. А вот, оказывается, он взялся вот из этой мишны в Дмай, наверное, или где? Какая-то мишна, понятно, да, сейчас. Не знаю, какая мишна, что-то нет ссылки. Вот, да, значит, вот, наоборот, вот, смотрите, Раша объясняет, что такое Лясар Дмай. Интересно, да, вовсе. Масран дмай, кашибали асран, асран дмай, кадин коль харухим и амарец, да, он должен делать, как бы, отделиться по процедуре, которая делает у всех, кто покупает у амареца. Что значит? Ше эйн царих ля фриш тума, дело хаши дела, да, он не отделяет, он наоборот, не отделяет румар дула, потому что считается, что даже самый распоследний хилоним, что ну, был точно. Вот. Велом и нанатан, и бадай лом и асрый. Так вот, мы говорим Малаха, ло асрин ло амарец. Так сама Райтана, ешь мас масрин кодин ба Малаха. У меня анухегит и в Италину была кура. И даже при том, что эти книги читаются готовым продуктом, труму, очень многие отделяют от неготового продукта, и мы можем на это положиться. Это очень интересно. Что ты его, что ты, даже от такого продукта ты считаешь, что даже самый распоследний амарет отделит труму первым. Что до того, как я продаю. Поэтому это труму ты не отделяешь. А отделяешь. И вот в этом есть... Это и есть дмай. Да, это и есть процедура дмай. Мне
кажется, что это не оттуда, но я все равно не знаю оттуда. Надо будет посмотреть, может быть, в Википедии. Ну, не знаю. Вот, так. Okay. Вот, так, дальше. Шма Мина. Шма Мина Тела. Шма Мина. Это Рина Кувар, это два шмина. Из этой вот мишны мы можем сделать, что значит Шма Мина? Слышно нее? Да, мы можем сделать три, шалош, два, три вывода. Как бы первое, да? Угу. Шма Мина. Даже не даже простецов, даже Анеары. Раша объясняет это так. Медазвина лекула, дека амра, дека амар, насрай лдамай, вахумра ба альмайи, да ахмур и фруши, мисафек, шама, асара, ученых шедуали. Когда мы говорим мясан дамай, это как бы на всякий случай. Мы предполагаем, что этот вот человек, или там любой другой человек, или большинство этих людей, они все-таки не совсем законченные уроки. Они все-таки отделили там, скорее всего, они вообще уже все отделили. А то, что мы мясан дамай, это типа на всякий случай. И поэтому мы, если он говорит мясан дамай, а не вадай, то это значит, что ров, а мы считаем, что ров она от мяса. А третий, это как бы все три разные выводы, у которых одна тоже применена, кстати, где сделаем действие, да? Это просто три вывода, которые мы делаем из этой мишны. Да. А третий, что Шмамина, на три мая, ваши воды, да, была. А это, наоборот, хумра, как бы. Да, получается. Что здесь получается, что мы должны разделить вот таким способом от тех, которые купили Атамия Ада, потому что мы считаем, что тебя вообще не нет. Нет, мы считаем, наоборот, мы считаем, вроде, если мы нашли дымами Атамада, то мы считаем, что они, скорее всего, уже отделили. И на те случаи не очень вероятно, что они такие не отделяют, они все-таки отделяют. Но теперь, теперь вопрос, а нужно ли отделять тогда, когда, может быть, до вашей логики мы можем вовсе отделять? Нет? И это нет, все же два нужно отделять даже. Да, а да, что призвано исключить это сообщение Рабиона? А значит, какой случай, чтобы исключить, потому что есть лишнее, да, что который применяется, значит, подарки с вами, значит, товарищем. Нет, но имеется в виду как? Вот, вот я прихожу к тебе и говорю, у меня вот есть мешок самый замечательный в мире, а вот это два мешка фиг по площади, это поменяется. Ну или наоборот, у меня есть сорт фиг, который ты убили, мешок, у тебя есть сорт фиг, который я убил. А мы махнем с ними. Чтобы их есть. Да. Если мы говорим, да, я говорю, тебя должно съесть, ты берешь меня, ты должен съесть мои. Это одна ситуация. Вторая ситуация, каждый из нас будет высушить и сделать из них конфет. А третий, когда он хочет съесть, а другой высушить. И во всех этих случаях он считает, что хаял. Как же, вот же написано. Зелихоль, хаял. Во всех трех случаях. Там сразу после ритуса. Нет,
Да, хаяв, вот, здесь я вижу это слово. Это уже мнение Раби Иуды. Они исключают мнение Раби мудрецов. А на самом деле они исключают оба эти мнения. Значит, еще раз. Давай попробуем, что здесь происходит. Махлит по водам хаверо. Что такое махлит? Я тебе даю мешок, а ты мне даешь мешок. Это что значит? А вот и нет. А вот он наоборот. Значит, ел там пивный мешок, и пивный купил мешок. Обмен – это форма, форма преподачи. Значит, каждый из мешков как бы является купленным, да, в логическом смысле. Да? Там где даже подарок есть форма преподачи. Даже если я просто подарю мешок, ты все равно будешь считать, что ты мне его предал. Да, по мнению Танакама, Каракам. Совершенно не важно, до какой именно цели ты ее приобретаешь. Таким образом, совершенно не важно, считается ли она законченным или незаконченным. А, нет, правильно. Он для пукой Танакама, он идет по Раби Иуды против Танакама. Да? Танакама говорит, совершенно не важно, каких целей ты меняешь с этими мешками. Да? В любом случае, обмен произведен. Это само по себе накладывает обязанность отделения. А кто сказал? Раби Иуда говорит, что для кого-то неоконченных хаяв. Вроде оконченных хаяв, лехоль. Если берешь их в пищу, прямо говорит, я хочу вот эти вот твои фруктики, субботнему, не важно, будничному столу подать. Значит, я что считаю? Я считаю, что работа над ними уже закончена. И в таких случаях хаяв. Да, значит, он куват только на даваше нигмерамалаха. А если я говорю, что нет, я собираюсь это сушить, то это был фабрикат. И тогда он потух. Значит, вы прошлись по всему этому, значит, по всему этому списку Рабиова. Узнаем много важных интересных вещей. Вот, но последняя строчка как бы нашего, так сказать, логического разбирательства такова, что на чем работает такой фабрикаты, исключены полностью. Во всех случаях. Он перебрал все случаи, все мысленные случаи, которые могли бы нам сказать. Приобрела, потому что они приобрела мешок. Я приобрел мешок. А чем это потом должно считаться? А, подарок тоже, как говорят, приобрела мешок. Переход владения. Это автоматом считается. Что? Мы закончили? Как можно забыть выпить? Мне даже трудно себе представить. Ну хорошо, значит, короче, виртуальный лихаем. И можно подвинуться, сейчас зорно прочтет мешну. Отлично, вот прочти мешну, без лечения. Тора лечит, это всем известно. Мащелин, да? Мем есть такой записан. А, это про всякий обман трудового народа, да? Ну, трудового народа, в смысле Бога. Конечно, так что было больно. Как бы спускают, знаешь, так вот на веревочке. Не помню, вроде того, но тут имеется в виду не огромное яблоко. А, кстати, интересно, это огромное яблоко. Они теряли сети?
Кто сказал? Вот это действительно не очевидно совершенно. Знайка по мне. Мне трудно это поверить. Там кто-то не точно. А, вот тогда перевели даже машлихин, в смысле, бросают. В общем, короче, как мы, что имеется в виду, примерно? Что такое руба? Руба – это какой-то охот. Ну, даже если я раскрышу. Дыра в потолке, да? Ну, это не люк. В данном случае, ну, это как бы, с одной стороны, окошко. Чудачное окошко. Нет, это хрень, через которую, с одной стороны, приходит свет и воздух, другой стороны, таким образом. Сегодня врубать труба вообще. Вот. А, потому что раньше так делал бы, это утром так, что дырка потолку. Вот. Теперь, значит, что мы, значит, да, и, значит, можно спускать через эту вот дырку. Праздник можно, а в субботу нельзя. И я вспоминаю, что зачем это вообще делается, смотрите. Миша есть лохитим и сурим, штухим аргаду, литьябеш, враг шамим, мемашмешим баим, матиру и гитиру литровах, вэлищдашли, перехаруба, шебегаг. Вэнно фримлярец. Далее кэтирхайтера. Окей. Он говорит, если у кого-то есть разложенные для просушки какие-нибудь зерно на крыше, и собирается дождь, то ему решили даже в праздник немножечко поработать, сбросить его с крыши вниз, дома, да, через вот этот ответ. Он говорит, выдавка, сейчас, потому что это не очень большая работа. Выдавка руба, деколь руба, де лемала, лематахи, бетекрат агад, вархалон, гон гад, шемукав мехица, вархалон бекотель, вецарих агарбия агахалон, вешлихо, лотархинан, это лекама. Но в окошко, когда он должен поднять сперва и сбросить, да, вот так, а просто вот смести их с крыши как бы вниз, да. То есть, как бы, имеется средство, в ёмтов это сделать можно, чтобы вот вниз. Нет, а в ёмтов нельзя поднять. А поднять нельзя. То есть, интересно, что, почему... Потому что это терхайтера. Ну, типа, вот как бы лишнее. Не а должен. Это что, то, что ты как бы... Сейчас. Это можно, а то нельзя. Спасибо, пожалуйста. Молоки нет, подверхает. Мы же все время, на первый урок, мы все время говорим о том, что есть... Смотри, понятно, если это была малаха, если это была малаха, разговор бы не. Это тоже уже запрещает однозначно. Сейчас мы ведем речь о том, какие экзерот, как бы, да, какие лишние запреты вводят мудрецы, чтобы ты весь праздник не провел в том, чтобы там, я не знаю, выполнять типа разрешенной работы. Да? Поэтому мы говорим, стоп, вот ты как бы... У нас есть там вещи, которые как бы правильно делать не стоит. И тем более в субботу. Вот они говорят, пожалуйста. Да, обычно как бы эти вещи как бы overrule, да, перебиваются как бы ущербом, который это может принести. Да. Значит, но что-то строже емкого, поэтому как бы. Ну, как бы вот, ёпта, ты можешь себе позволить как бы трясти это, скажем, вроде бы.
Надеюсь, что нет, я не вижу пока это. Я не вижу пока это никакого. Ну да, посмотрим. Начнется, будем с этим как-то жить. Так, далее, Зор, что там дальше? Может оказаться, но пока не вижу сейчас особенно соображения про Амонса. Посмотрим сейчас. Нет, подожди. Махасим, пирот, Маширим, смотри, вот Бенбрация. Дальше, Махасим. Ну, что-то непонятно. Как, причем, надо же как бы чем-то их закрыть. Какой-то уговорил, да, таким предметом? Разумный предмет. Ну, не страни, но имеется в виду, скорее всего, либо посуда, либо что-то типа того, либо даже, может быть, одежда. Но думаю, что, скорее всего, что-то ближе к посуде. А? Да, Метнеттолис. Я так понимаю, что... ну вот он говорит так, а дешамим панут сильный нагар. Это может быть даже самая дырка в потолке, через нее дырка тоже кап. Что ты сделал? Ты сбросил это все внизу. Я лежу под этой дыркой. Ее начинает капать обратно дырка. Ну что, ты берешь даже здоровенный таз и накрываешь им, ты сделаешь, чтобы дырка не капала. А вот я это что им тоже накрываешь? И ну, не важно, какие ты пироги, все, что у тебя как бы дома или во дворе, или на что вообще может капать вода и повредить, тебе разрешено взять таз и накрыть это дело, или там, ну не таз, горшок. Чтобы вода не мочила, когда ты отходишь от этого, они... А, может, вот так, что... Вот. То есть если открытый у тебя стоит, я так понимаю, что если у тебя открытый кувшин стоит, то его тоже можно прикрыть, чтобы туда вода не попала. Мы не понимаем пока, можно ли прикрывать, к чему относится вот Мехасин. Может быть, к субботе, а может быть, к празднику, я не знаю точно. Мне пока неизвестно. Вот, если кому-то интересно, что такое руба, вот она слева нарисована. Да, это отдельное сообщение. Отдельное сообщение. Они решают, как бы, решили собрать в одну мешну все, что связано с дождиком. Дождь. Тем, что капается. Этот делев, это, ну, какая-то струя воды, которая как бы течет там, например, из той же трубы, да, из той же трубы. Конечно, он не испортился в этом речи. А теперь клик от делев, это что значит? Ведро поставить, да, совершенно верно. Раша объясняет, что «мипней тину фабай», да, чтобы не грязь не разводить, а то обычно земля ноги. Представьте себе, что будет, если даже не очень сильный дождь, там это значит дырку вон там. Ну, видишь. Опять же... А там раз есть проблема, потому что вы же говорите, что... Можно делать праздник просто до тайской если мы сейчас говорим о том, что... Даже бы шаббат. Даже говорить бы шаббат можно подставить игру. Да, нет, я пытаюсь понять, хотя это не связано с тем, что мы хотим. А это все не связано с тем, что мы хотим это чинить? Нет, это все очевидно не связано с тем. Это явно то, что предыдущее все имеется в виду с вещами, которые идут на долгое время на праздник. Наоборот, чтобы они не портились от этого дождя. Теперь этот тянул, ну, в смысле, этот делев, да, это ведро под струю воды, ты вставляешь даже в субботу.
Что у тебя не было по колено в грязи, грубо говоря, в... Да? Какая с этим проблема? Все та же самая. Вот там может выскочить вся соображение грамотно. Вот последний с этим ведром. Можно показать. Мы немножко Аню, наверное, поиспользуем. Мышелим это вроде бросают, а мышелим это вроде как спускают. Я так понял. Но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, они дальше тоже что-то говорят, смотри. Ну, эту самую мишну они передают по-разному. Да, конечно. Все, помните, это все, это никаких книжек нет. Все передается в устном виде. Как бы этот хэт там, он есть, он или нет его. Ну, вроде как так получилось. Марзул там всегда. Ну, вроде того, да. Не ошибаюсь, ни тот, ни другой, да. Не искажаю смысла, ни тот, ни другой. Потом Раша объясняет, да курбу, Раша на шпала нингу. И то, и другое, это не отношение к пусканию, так бы, к бросанию, это не ничего. Так, надо посмотреть что-то. Да, посмотрим, что ты чувствуешь. Еще дворим. Капхэ. Ага. Зайти это проклятие, я так понимаю. Да, это проклятие в Китово, это одна из серий проклятий. Будет, когда будет полностью вести. Зайти и Юлиха, какой Юлиха, вообще минут на суд, и еще зайти. Да, будет прямо по всем пределам Алиги. Но Маш, он не помажется, потому что он все упадет. Это Алига. Шаль это падалица, да. Выколь Гулехов, это все пределы твои. Алива будет полно, только масло не будет, потому что она вся... Ну, они не зазрели, наверное, опадут еще там как-то. Ну, нет, смотря какие, если они дозрелые, то почему бы и нет. А если они не дозрелые, то откуда там масло? Конечно, это же такое проклятие, это же не просто так, не просто перемена подгода. Они, по-моему, через год там через ними бывают. Или надо как-то что-то с ними делать? В языковом смысле? В языковом смысле, что они пробуют на вкус слово «машили». Да. А, в Писании есть такое слово «падает», да? Падает.
Михавер, да. Ага. Очень интересно, да. Это какой такой Мишна, интересно, всегда обсуждается, интересно. А, в Бехорот. А, в Бехорот, понятно. Да. Это описание некоторых ущерб у крестьян, у Бахора, который, да, да, который жертву, правильно просьба, да. Да, описание некоторых изъяна. Не, ну прям сломано. Не, вывихнуто. Не шмета, а это значит, что у него выдернуты суставы и опущены как бы вниз. Угу. Не там. Да. А вот, да. Значит, вот, он говорит, что не шметай руку альма, а что она шпалагу, потому что, видимо, имеется в виду, что она как бы вывернута из сустава совсем, не вывихнута, как, которым это правится, да, потому что это, понятно, мумувер. Они имеют в виду мумкабу, у которого нога вовсе вытащена, суставы опущены, как бы. Они нашли, да, да, что такое слово тоже есть. И оно означает примерно то же самое. Слушай, Анька, а ты видела в нашей Гемаре хоть что-нибудь создал прицел? Нет, по-моему, как раз нормально притянуто. Ну, немножечко, конечно, притянуто, да, что сказать, притянуто немножко, да. Ну, давай посмотрим, может, они что-нибудь по этому поводу скажут. А это про другое что-то? Или про что говорит? Это где такое вообще-то? О чем они говорят? А что, может быть, они все сам предполагают, что есть куча народов, которые говорят вообще другие слова. Они приведут мнение тех, кто говорит. Может быть. Наверное. Нет, подожди. Подожди. Да. Маншрин. О, как. Да практически было бы сказать. Угу. Маширин пока. Нет, имеется в виду, что он не должен покрывать свою голову, ну как бы не перед головом понятно, что не может. Имеется в виду, что лохов это как фол. Так что он не может его тереть как бы с землей, да? Что-то выпадает в голову от этого. Хрен узнает, но короче, так делать нельзя. Стричься нельзя, это что стрижка. Вот. А мы выигрываем то, что маширим, это то, что падает, как бы, нечто, что падает, да? Да, и у них бывает такое, да. Да. Время от времени. Особенно в начале там Керек или Масехта, они могут зайти вот такие лингвистические сетки. Мы сейчас учим трактат Псахим другой группе, и там первые там чуть ли не 2-3 листа, они выясняют, ор это вечер или утро. Ну, ор или арбаса, каким-то манет. Вот Орле Арбасар, это вечером или утром. И 2 листа текста, ребята. Ужасно интересно, безумно интересно. Ну, 2 листа. Тогда мы сейчас отделаемся маленькой судьей, и зато нам объясняют, что можно говорить как угодно. Вообще очень. Ага, вот это самое интересное. Зуб. Запрыгнуть.
Машхирин, Машхирин. Макшулин я пока не видел. Наверное, на этот глобус мы сам уже не найцали. Не, ничего. Значит, шхор это бритва. Бритва. Пара это ножницы. Зубы это ножницы. Чего? А подпишенных кутми им нет. Несмотря на то, что они как бы разъединились, да, ну так вот стоит. До конца, но кольца посередине гвозди. Перебирают гвозди. Что получится? Это два таких хрени. Представимся, что ножницы в целом виде осквернит. Да, ну мало ли чего. Спокойно. Теперь их разъединили. Казалось бы, они перестали быть единым. Нет, это пока недостаточно того, чтобы они снять эту чистоту. Бритва тоже основная такая, да? Вкладная. Да, то же самое, если она скрынила. Ты ее раз соединяешь. Нет, это вот это слово. Шхор. Нет, это слово оно может никак не натянуть. Нет, просто. Да, фонетически не натянешь. Нет, еще раз. Они объясняют. Посмотрите, там враж, даже что это объясняет. Шхор – это нечто, что срезает волосы и дает им упасть. Это то, что машхир – это сеар. Машхир не просто сеша чернит, а в том смысле, что роняет. Конечно. Ну, она рабочая, она не зачем не нужна. Вот, чтобы 5 штук, я как бы, по-моему, даже не видел, чтобы это можно было 5 разных терминов употреблять в одном и том же смысле. Показывает нам возможности, например, такой глобус. Ну, Талмуд не упускает случая лишний раз, что нет таких слов или нет таких глобусов, на которые мы как бы никак какой-нибудь совыдуем мастерить. Несколько обесценивает, согласен, но с одной стороны, я готов согласиться. В этом есть свои, в этом действительно есть, все правильно, в этом есть свой... Да, я не понимаю, как? Кто тебе сообщает? Может быть, из гвоздиков поселения придумали однако да Винчи. А они пользуются все такими. Нет, да, иначе бы они называли зуб. А, ну может быть, я не знаю, может быть, это значит, что они просто разъединились вот здесь. Распались. Они говорят, вот Раши говорит так, что не хлопку. Мекаблин тумаш, руин ли малаха, коли ха для ацму. Даже не так, как я сказал. Они были едины, там приняли туму, а потом, значит, развелись. Даже если они развалились на два, как бы, на две отдельные половинки ножниц, каждый из них является инструментом, который умеет. Да, важно слово... Да, важно слово шхор, понятно. Теперь, насчет того, что нивелируется и обесценивается. Шхор. Хапель. Сваливание, ну, отрезание и сваливание. Нам-то нужно, чтобы все это означало бросание чего-то в дырку, как бы, да? Значит, да, про обесценивание. Значит, с одной стороны, да, немножко. С другой стороны, надо немножко попытаться думать, как они. Как бы, в условиях, когда все это является устно, вниз не всегда великолепные дикции. Да? Возникают некоторые это самое. Нам нужно сохранить не текст Мишны, как слова, которые там написаны, а нужно сохранить смысл. И тут он говорит, мы, даже если человек сказал не совсем то слово, которое там вероятно изначально было, даже тогда мы можем сохранить смысл того, что здесь сказано. Ну, как бы. А не начать по новой думать о том, что бы он, собственно, имел в виду.
Ну, да. Тут, понимаешь, тут действительно это большая разница. Да? И это, кстати, в одном, наверное, подчеркиваю. То мы действительно ценим каждый кусочек отдельно. Потому что есть буквы. Здесь букв-то нет. Здесь есть речь устная. Да? А речь устная совершенно идет по другим вообще правилам. У нее другие критерии просто. Да? Фонетика очень важна, на самом деле, важна. Да. Но фонетика, ну, если бы в стихе, да, в каком-нибудь стихе мало понятно, мы бы заменили, даже в рифмованном. Мышерин, мышхерин, мэнашлин, стих бы остался. Фонетический строй остался бы на моменте. Это тоже, мне кажется, что для них важно. Фонетический строй с одной стороны, и смысловая глубка с другой стороны. Они пытаются понять, что объяснить нам, что да, это все эти пять вариантов обозначают, по сути дела, одно и то же. И для этого немножко расширяют наш кругозор, да? Заодно подтягивают мишнаё, там оттуда, отсюда. То есть получается? Наход. Да. Да, это конкорданция, естественно. Да, конечно. Да, но это еще полезно, как с одной стороны, а с другой стороны, такое ощущение, что они это сделали, может быть, это же. Они это сделали, они это для того, чтобы в чем-то облегчить себе это то, что я сказал, да. Это то, что я сказал, да. Для того, чтобы сохранить вот эту непрерывность смысла, да, и действительно не изобретать этот велосипед каждый раз по новой, он суммировал нам некоторое лингвистическое предисловие по поводу того, что если вы вот услышите случайно, что какой-то там урод говорит «маншерин», то ты ему скажи «маншерин» — отлично, ты хорошо против правил, говоришь, не говори ему там «садись в гости». Конечно, это нормально, но значит, это ровно самое. А теперь уже говорить. Да, о том уже поговорим, да, о том уже поговорим по сути. Да, да. Манширы. Ну, это понятно, да. Мехалех. Ой, а как это? Зачем это он-то? Сейчас, да, понимаем, да, что это он тут делает? Да, Нашира это вообще да. Просто попадание в лист. Да. Но подожди, ты сейчас учишься современно в иврите. Не надо, пожалуйста, этого делать. Но естественно, это не сложно. Я думаю, что не идет прям. Нашира, да. Ниншор, это действительно именно когда упало что-то куда-то. Я хочу понять смысл этой мишны, я ее пока не понимаю. Ну, это вы упали, это какая-то дрянь, упала уже это самое. Почему дрянь? Это же реки, блин, да. Да. В субботу, имеется в виду, у тебя в субботу упали одежду, скорее всего. Да. Да, он говорит, что да, можно, что это не стирка. Стирать вот нельзя. Ходит, вот пройти по этому. Еще раз, не надо сейчас нам сегодняшнего лапу клеить в толму. Вот ты вот конкретно не взять. Вот у тебя упала, вот там на дороге большая лужа. Наверное, ты права, это я сломаю. Да, наверное, и ты не боишься, что тебя увидят в мокрой одежде и будут думать, что ты их стирал. Так, ну так. Хотя, ну, почему? Мы все время говорили, что там могут увидеть подумать, что будет учить. Вот здесь, а что тебе делать-то? Бой, кстати. Одежда одна? Ну или, по крайней мере, в данный момент одна. Что тебе делать? Да, она уже давно в стирке, да, временно. Вот, а как мы видим, как я и предположил, у нас есть больше, чем один. Угу. Ну, он совсем просто. Угу. Лекет. Знаешь, что такое лекет? Лекет, что хаупеа,
три вида того, что оставляется на поле для бедняков. Лек – это отдельные колосья. Шиха – это забытый смог. А пеа – это не даже отдельные глаза. Что такое лекет, спрашивает? Каково определение лекета? Не осталось, а упало. Ну что, как бы туда же, собственно, мы оттуда и притягиваем это за уши, да? Ну вот, собственно, такая вот судья. Как это было, как у шалта и болтая. Просто кто в доме хозяин. А у тебя слова, значит, то, что ты ходишь или там? Вопрос, кто в доме хозяин. Вот. Это вопрос, я считаю, мы будем в любом случае разрешаем блестяще. Ну, например, да, можно это интернет посмотреть. Так, хорошо же, все, мы запись мы. Да, вот быстро выкрываем.